Работу по противодействию коррупции в Чувашии в 2020-м и меры, которые предпримут в этом году, обсудили члены специальной комиссии. В 2020 году в Чувашии возбуждено 239 уголовных дел по статье «Коррупция». Привлечены к ответственности 120 лиц, совершивших преступления. Серьезную озабоченность вызывает организация государственных и муниципальных закупок. Продолжают иметь место факты подписания документов и оплаты фактически невыполненных или некачественных работ. Зачастую недобросовестные государственные и муниципальные заказчики прикрываются поздним доведением бюджетных средств и невозможностью их планирования и освоения, как это следует из протоколов их допросов. Требуется создание эффективной системы контроля за качеством приемки работ, особенно по контрактам, заключенным к концу финансового года. Централизация системы закупок позволит взять под контроль процесс формирования первоначальной цены, отметил Олег Николаев. Контролировать процесс закупок позволяет и внедрение цифровых сервисов.